В Adobe Premiere был такой глюк, версия 13.1. МКВ не принимал. Тогда я взял один из МКВ через программу AVDMUX и поменял контейнер с МКВ на MP4. Кинул ему MP4, он его схавал. Но он и должен был его схавать. И потом попробовал кинуть МКВ. Ну, совсем случайно. Я просто перепутал, не тот файл выбрал. И кинул вместо MP4 МКВ. И он его тоже схавал. Невероятно, но факт. И после этого он настолько научился и привык МКВшки глотать, что даже я пытался сбросить все настройки через Shift, через Alt. Это не помогло. Ну, чтобы записать видео про то, как я обучаю. Потом совсем стер, ну, деинсталлировал Premiere Pro 13.1. Заново установил. И все равно после этого он уже стал ученый. И глотал МКВшки сразу. Так что если у кого МКВ не глотает, пробуйте сначала покормить его MP4. Всем пока.